вот это вот общежитие, которое построили, вот, мучились. А вот этот корпус, так что обслужили, физкультурно выдавительный. Вот такие красавицы, да? И красавцы, да? Вот, радость. А? Радость? Я не вижу радости. В принципе, не вижу, радости не вижу. Радость есть? Да. Ну, не даем. Только студентам. Ну, понятно. Ну, давай посмотрим, что делать. Так. Посещаемость, они, кто сюда приходит, учет родителям празднуют, кто хорошо поступает. Ночует он, не ночует, приходит, не против. На экране. Некоторым нравится, некоторым не ночует, почему не ночует? 309-й, родители из дома заходят. Сколько вообще, на сколько мест сейчас? 309. Ну это хорошо. Хорошо. Так, куда идем? Сегодня у нас было такое, у меня посещение такое было, что только строящиеся предприятия, посмотреть, никуда не заходить. Но по ходу меня всегда графика ломается. Но когда сказали, что у вас общежитие, честно говоря, не планирую, и что вы здесь собрались, я сказал, давай заедем. Из уважения к вам. Потому что у нас с вами всегда добрые отношения, правильно же, да? Поэтому я хочу вам сказать, что есть, конечно, вуз, где можно учиться. Но не менее важно, чтобы при вузе было жилье, где можно было бы жить. Я по себе знаю. Вот в свое время у нас тоже не было такой возможности. Первый, второй курс, как правило, мы все жили где-то на квартирах. Я последний учился, Целиноград тогда был. Третий, четвертый курс, пятый нам давали уже общежитие, как уже поощрение. Ну и интересно жить в общежитии. Вот я помню, 137-я комната, ни грамм не сожалею. Очень интересно. У нас не имели права жить. Потому что вот в то советское время интересно было, но мы все равно открывали. Мы же знали, как это все делается. Между девочкой и мальчиком было двигаться, нет? Поднимите руку, кто приехал из-за пределов Акмолинской области. Из-за пределов Акмолинской области. Так, откуда вы приехали? Что-то больше и больше рук. Так, откуда вы, вот сзади ряды особо много, откуда вы приехали? Шымкент. Шымкент? Все Шымкент. Да, то есть вы с юга приехали? Да, с юга. Ну так вы счастливые люди. У меня есть один человек, друг мой близкий, это Терещенко Сергей Александрович. Он родился в Ленинградском районе, его отец там геройчил страна, вот, и он был премьером страны. Мы с ним друзья, был вице-премьером. Он мне, знаете, как говорил, если надо родиться, то надо родиться в Чемкенте. И вот почему? Потому что в 12-месячном году положить температуру. Я, будучи вице-премьером, коли вы сказали уже с юга, я приехал, прилетел в Чемкент. Ну, по ряду вопросов там, поехали на водохранилище, там, в общем-то, поливные дела, изучал я тогда, знакомился с областью. И я приезжаю в аэропорт, встречают меня аким области, тогда глава был. Ну, примерно, дословно я, может, и скажу, примерно так говорят. Ой, спасибо, что... Я спрашиваю, а сколько температура? Он говорит, плюс 47. А сколько вчера было? Плюс 50. Поэтому, вот он говорит, что ли, чем тебе. Мы 25-го проведем большое собрание. Собрали мы всех сельхозников, 650 человек. Мы достигли очень хороших показателей в этом году. В сельском хозяйстве. Мы собрали 5,7 миллионов тонн зерна такого урожая. За последние 25-27 лет это второй показатель. Ну, это очень хороший показатель. Достигли неплохие показатели вообще в социально-экономическом развитии области. Затем, 1 числа, что у нас на мероприятии? День первого президента. Вам даже интересно, все знаете. Да, день первого президента проводим. Надеюсь, вы тоже поучаствуете, тоже проведете. Затем 15-го. Что у нас? Независимость. 16-16. Я вспоминаю 15-16, но будем 15 проводить, поэтому я говорю. Вот. Я вспоминаю те далекие годы. Вам, студентам, хочу рассказать, что когда вот это вот 16-17 были тогда события, в это время я совершенно еще молодым человеком, будучи первым заместителем председателя полкома агропрома, говорил, в основном приехал, в этот день совещание было. И мы туда приехали. И я когда ехал в этот центр, если вам не президент звонит, надо отключить.
Не президент, да? Ну да. Вот. Я ехал в центр, там 15-16 человек, таких же молодых людей стоят. Я таксиста спрашиваю, а что это за улицу перекрыли? Да, говорит, вот молодежь что-то выходит. Мы объехали, у нас началось совещание, в это время начались, в общем-то, выступления. И я в этой, как бы, в этой же массе людей тоже нахожусь. Когда совещание-то было. Пусть теперь тогда было КГБ, а тогда пусть КНБ посмотрит, найдет мое лицо. Теперь можно говорить. Тогда нельзя было, боялись, что нас могли увидеть. Ну, в принципе, это было нормальное, мирное акция. Нормально, нет. Я видно, что я славянин. Но меня же никто не трогал, я с ним разгон и так далее. Но это всегда завершается этим. Поэтому наша задача главная. Жить в мире и согласии. Если есть какие-то вопросы, давайте мы вот так будем решать здесь. С вами вместе. Не надо выходить куда-то. Если надо, я приду к вам, надо, актив города придет, надо кто угодно. Вы всем своим передайте, ребята. Мы должны жить в мире и согласии. Это главное. Достояние. На постсоветском пространстве единственная страна, это Казахстан великий, где не произошло, не пролилось ни грамма политической крови. Везде есть столкновения, какие-то были недоразумения, на межнациональной почве, вон, я вспоминаю Карабах, который когда еще на моей памяти, президент как раз Тургай приехал, там главой области я был, именно от нас он переговаривал с этими президентами и говорил им, если сейчас развяжется конфликт, он развяжется на десятилетие. Так и произошло. Поэтому вам спасибо за внимание, за уважение для этого. Вот это вот надо говорить. Вот, следите за камерой. Следите. Такие... Приносят вот такие чего? Оно непонятно. Замысел у меня, шторы такие. Вот эти получают. Откуда вы сами? Черногорск. 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 Друзья. Как это, слушай, друзья уже, Черногорск. Да. Ты борцы, спортсмены. Да. Ты больной, я чувствую, ты болишь, я за себя чувствую. Борец, да, классики. Ты. Все, что за дела, я классик. Ну, удачи вам, давай, ребят. Молодцы. Фауси. Рахмет. Рахмет, ай, молодец, Рахмет. Как ваши дела? Нормально, как? Откуда? Шимкент. Ну, все Шимкент, да? Да. Вот красавица, да? Да. Какого района? Из самого Шимкента. Самого Шимкента, да? Ну, вам даже здесь холодно, нет? Нет, нормально. Или вы своим теплом не согреваете нашу улицу, да? Да. Какой факультет такой? Техника-технология. А общежитие как нравится? Нравится, нам все хорошо. Это он вам написал вечером, сказал, что скажите, что хорошее вообще. Нет, условия, все хорошо. Вот, ребята, я сегодня рассказывал, когда мне зуб был. Мы когда были в общежитии, да, мы с девочкой в одном месте жили, мы в другом. Между нами была решетка в дверях. Никто никуда в гости не ходил. Ребят, не обижают, нет? Нет, нет. Это не еще вы можете их обидеть, да? Нет, нет. Мы не обижаем друг друга. Ну ладно, я пожелаю удачи. Спасибо. Удачи. Даем. Даем, дай. Ой, сейчас. Все. Подочек. Шимкент. Прямо Светлогорск. Ну как, получается, нравится у вас, нет? Не замерзли, нет? Нет, нет. Нет, почему не расслабляли? А что ты приехал? Чуть-чуть тепло, сюда приехал. Да, поймал. Ну, чуть-чуть. Ты, наверное, здесь невесту заходишь. Вот надо будет тогда здесь. Как считал, надо жениться. Или Аргенту делает. Понял, да? Поэтому возьмете, останетесь здесь. А я буду думать, как вас устроить на работу. Ну, давай. Джарай, давай. Удачи вам. Вы? Смакинка. Смакинка, да? Ну, а вы родились здесь? Потом, подождите, пойдем постоянно. А? Ну и понятно. Называете так, слушай, инженерии, да? Ну понятно. Ну хорошо все, получается все. Какой штук? Колледж. Да, колледж, да, приехал, да? Ну, как бы делится, не делится, все, вот никто не обижает, все нормально, все хорошо. Да. Ну, немножко прохладно, но ничего. Вот. Ну, батарея нормальная, горячая. Ну, надо где-то выбрать. Я пожелаю удачи. Они же что здесь, прямо же в этом корпусе. Ну, молодец. Макет и Бешедер, это как бы граничащие
Ну, тебе подруги до веки останетесь. Ну ладно, удачи. Ну я понимаю, это часть. Ну это часть, часть. Да, не остался там, поддержал. Что ты не знаешь? Только завершение. Давай. Давай. Я пожелаю ему удачи. Хороших, классных, справедливости. Я скажу, что ты помнишь хорошего? Более. Более, скажем, такая любознательная, политизированная, это Южный Новгород. Где бы я ни встречался. Вот я встречал, Спасибо. Удачи!